футбольный скандал, который вышел далеко за пределы поля. Дипломаты Футбольной федерации, украинские военные осудили фанатов испанского Райо Вальекано. Накануне они сорвали матч оскорблениями в сторону украинского футболиста Романа Зазулі. Его назвали нацистом из-за поддержки украинской армии. Тему продолжит Евгения Бурда. Команда Альбасеты уходит на перерыв под крики и освистывание фанатов соперника Райо Вальекано. Но не из-за игры или нарушений. Игрока из Украины Романа Зазулю засыпали оскорблениями нацист. Оскорбления, звучавшие в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования испанской полиции. Тризуб, украинский герб на одежде футболиста, стал поводом для нападок после того, как испанский журналист назвал его нацистским знаком. Позже он на проверке извинился, но обвинения Зазулі в ультраправых взглядах не прекратились. Футболист помогает украинской армии, которая противостоит российской агрессии. Когда началась война, он стал, наверное, самым главным украинским волонтером, потому что он много помогал и делал это открыто. Он хотел подать пример. Ремонтировал госпитали, помогал военным, ездил на передовую. 2 года назад Зазулі покинул Райо Вальекано из-за враждебности фанатов. Болельщиков этого клуба СМИ называют левыми и любителями Путина. Идет дискредитация будь-кого, что связано с украинским. Идет дискредитация всего украинского, всего, связанного с патриотизмом. Я убежден, что эта акция, она абсолютно проплаченная. Это война невидимого фронта, когда создается определенная ситуация для того, чтобы дискредитировать человека. Эти оскорбления не только безосновательны, не только унижают честь и достоинство человека, а и созвучны с нарративами, которые распространяет российская пропаганда. На инцидент отреагировали футбольные федерации, дипломаты и военные. От испанской Ла Лиги ждут расследования и требуют санкций. Роману Зазулі выражают поддержку. Мы хотели бы поддержать Романа Зазулю. Это прежде всего профессиональный футболист и настоящий патриот Украины. В общем, Роман, мы за тебя. Евгения Бурда, Елена Дідух, Евгений Савицкий, UATV.